Почему сюда приехали? Потому что мы вам в действительности говорим, если вы себе хотите купить колеса, то почему бы и нет? Что еще раз я объясняю. Для зимы 2015 года колеса должны быть круглые. По одной простой причине. Вы знаете наше ограничение скоростного режима. Поэтому говорить о ЗТР это как-то рановато. Но с другой стороны, если вы хотите себе поставить диски, вот сюда надо прийти, потому что магазин «Форсаж» предлагает вам замечательный интернет-ресурс r17.ru, где вы можете себе взять ту резину, которую вы в действительности хотите. Вопросов никаких не будет. Вы себе заказываете, приносите и проплачиваете все это здесь, потом отсюда все и забираете. То есть вообще никаких проблем со службой доставки нету. При этом вы можете себе заказать колеса, которых вы и в глаза-то и не видели, потому что их и нет в природе. Так же, как и диски. Ну, сколько вы дисков видели? Ну, 10-20 штук, а здесь 200. Извините, конечно, но понять-то надо. Без интернета нам не жить. И даже если у вас дома нет интернета, то он есть на вашей работе. И скажите честно, вы бы не захотели бы заработать или сэкономить? И то, и другое понятно. Мы не в том состоянии, чтобы переплачивать. И вот вам результат. Вы зайдите на страницу r17.ru и посмотрите тамошние цены. Зайдите и посмотрите. И если тамошние цены вас приятно удивят, то заказывайте. И получайте результат в магазине «Форсаж». Ну так вот, вы пришли в интернет, да? Залезли на замечательный сайт r17.ru. Выбрали себе колеса. Кстати, мы вам сейчас показываем то, что люди себе выбрали. Замечательная, просто сногсшибательная резина Йокогама. Вот она. Ну и для тех, кто может лазить туда, куда не надо. Вот она. Вот. Вы также можете выбрать себе диски. Представляете? Ну, вот обыкновенный литой диск. На Kia. А это вообще крутизна. Черного цвета, да? Берете себе и ездите. В итоге, ваши проблемы какие? Ваших проблем, по сути-то, и нету. Вы потратите немножко времени и купите себе то, что хотите. И цена-то будет в разы дешевле. Потому что понятен результат, да? Тот, кто сюда привозит резину, он наворачивает на вас. А здесь наворота нету. Здесь просто вы используете интернет-ресурс r17.ru. Представляете, по той же самой цене, без переплат, получаете то, что захотели. Причем вы из огромного ресурса колес купите то, что хочется, ну и диски в том числе, по интернетовской, заниженной цене и без доставки. Но чем ли это не ваша радость, то в интернете на ресурсе r17.ru. И куда приехать? И мы приезжаем сюда. Торговый рынок автомобилистов. Дело-то в чем заключается? Здесь было много различных мероприятий, да, и контор. Так вот, круче, чем магазин «Форсаж», пока здесь никого и нету. Круче, чем он, никто и не занимается. А еще круче, так вот, круче всех он вам показывает, где вы можете себе взять диски. Магазин r17.ru.